Огни нового 2020 года погаснут в Гродно уже на этой неделе. Первые на очереди районы – центральная 30-метровая зеленая красавица на площади Ленина и елка на Советской, а также новогодние инсталляции водопады гирлянд парка Жилибера порадуют горожан немного дольше. Демонтаж новогодних украшений по городу Гродно начнется с 15 января. Демонтироваться будут в первую очередь окраины города Гродно, это кольцевые развязки, и постепенно переходить к центру. 19 числа нас по-прежнему будут радовать елки, установленные на центральных площадях. Это площадь Советская, площадь Ленина, а также парк имени Жилибера. Всего на подсветку города в этом году ушло около 15 километров гирлянд. А это ни много ни мало 80 тысяч лампочек. Только 36 светодиодных конструкций было установлено на центральных площадях Гродно, в том числе и новинки 2020-го. Приятно заметить, что все 15 километров гирлянд, которые были развешаны в городе Гродно, также новые декоративные украшения, которые были установлены в парках, не были подвергнуты актам вандализма. Огромное спасибо и жителям города Гродно, и гостям.